Спортивные выходные продолжило первенство ЦФО по карате. Возраст участников от 10 до 13 лет. Ивановскую область представляли около 20 человек. Конкуренцию им составили сильнейшие спортсмены из 14 регионов России. Из других регионов уровень соревнований на самом деле достаточно высокий. Тренеры об этом говорят. Ребятам тяжело достаточно бороться. Все бои серьезные, сильные спортсмены. Очень мало ребят, которые невысокого уровня приехали сюда. Поэтому уровень соревнований достаточно высокий. Соревнования проходят по двум техникам. Ката – бой с условным противником. И кумите – спарринг с реальным соперником. Артему всего 11, но именно его считают одним из сильнейших ивановских каратистов. На этих соревнованиях мальчик еще раз подтвердил этот статус. Своего соперника в финальном бою он несколько раз отправлял к медсестре. Было не так, что и легко, потому что это был финальный бой. Надежды все велики, ты должен всегда перебороть соперника духом и своим мастерством, а не то, что просто махать руками или ногами, или он тебя может высечь, и победа будет автоматом ему. В кумите Артем остался непобежденным и занял первое место. Всего в копилке ивановских спортсменов по итогам соревнований 3 золотых и 2 бронзовых медали. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.